Уважаемые друзья, каждый день мы приносим вам новости из жизни известных личностей. И снова мы вынуждены передать вам печальное известие. В возрасте 84 лет скончалась известная советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина. Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года. В 1966 году успешно окончила театральное училище имени Щукина. С 1966 года – актриса театра имени Вахтангова. Инна Алабина посвятила всю свою жизнь этому театру. Алабина играла в спектаклях «Приключения Гекльберри Финна», «Золушка», «Принцесса Турандот» и других. Инна Алабина также появилась на экране, в таких картинах, как «Курьер Кремля», «Треугольник», «Третье поколение», «Пристань» и многие другие. Заслуженная артистка Российской Федерации.